Даже при минимальной ставке с Salimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Salimbet. Salimbet. Максимум от игры. Ну, первый тайм не удался в плане перестроений при оборонительных наших перестроениях, да, соперник владел мячом и в переходных фазах, то есть мы пытались отбирать, прессинговать, и на этом как бы соперник нас ловил, вытягивал, и было пространство, куда делали длинные передачи. С этим мы в первом тайме не справились. Есть объективные причины, субъективные причины. Вот, недоволен взаимодействиями игроков, группы игроков. Вот, но порадовало что? Порадовало то, что переломили ход игры. Понятно, то, что 2-1 соперник забил, нам надо было отыгрываться. Уже соперник стал играть на удержание и проще. Но мы даже в этой ситуации создавали моменты, которыми не смогли воспользоваться и использовать. И мы на 94-й минуте имели 100% голевой момент. Мы его сами создали, нам его никто не подарил. То есть взаимодействие группы атаки, она порадовала, и выход на замену игроков. Но вот целостной игры у нас не получилось, естественно, соперник нам этого не позволил. Ну, так, если в двух словах сказать, охарактеризовать сегодняшнюю игру. Коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Если вопросов нет или есть, пожалуйста. Вопрос такой: у Ростова перед игрой возникла проблема с заявкой игроков. Доставляло ли вам это какие-то трудности, то, что не было понятно, возможно, кто будет играть Ростова? Или, в принципе, было все равно? Ну, по-моему, я уже рассказал то, что доставляло нам проблем игра команды Ростова. Без разницы, кто играет у соперника. Вышли те же игроки, которые и играли. В предыдущих играх контрольных, то есть и Глинков, и Терентьев, тут и по Ярков, поэтому мы на это не обращали внимания. Вышли другие игроки, и мы видим, ничем не хуже. Спасибо.